Народная артистка Казахстана Нуржамал Усимбаева спела для студентов Южно-Казахстанского государственного педагогического института. Накануне оперная певица выступила на одном из концертов, ну а сегодня она заглянула к будущим педагогам и продемонстрировала свое творчество, после чего ответила на интересующие студентов вопросы. Оценить голос знаменитой певицы собрался полный зал. Среди зрителей были и чиновники. Несмотря на то, что Нуржамал Усимбаева исполнила всего несколько песен под живой оркестр, это не помешало ей сорвать шквал оваций. К нам в институт не каждый день приезжают звезды подобного масштаба. И для меня честь находиться сегодня в зале. Если честно, раньше мне не доводилось слушать оперу, но сегодня я остался под впечатлением. Эта музыка мне очень понравилась. Я считаю, что благодаря таким концертам молодежь будет стремиться к творчеству. Музыка, которую мы сегодня услышали, по-настоящему вдохновляет.